Всем привет, с вами Камикадзе, и сегодня я покажу вам офигенный дюб, который работает на серверах проекта MC Lab. И видео будет немного подлагивать, потому что почему-то лаунчер этого проекта не захватывается, и могу писать я только в оконном режиме. Дюпается все это очень просто, нам для этого понадобится красная пыль, красные факела, любой жезл с набалдашником равноценного обмена. И также нам понадобятся доски великого дерева. Итак, ставим мы, например, красную пыль, ну, 4 штучки поставим, можем даже побольше поставить, сколько хотим, сколько есть, ай-яй-яй, не надо мне создать контру. И что мы делаем? Мы ставим доску великого дерева, выделяем ее шифтом и правой кнопкой мыши жезлом с набалдашником равноценного обмена и жмякаем правой кнопкой мыши по нашей красной пыли. И у нас из красной пыли получается магический меха, который можем прицепить к нашей печке, например, там, не знаю, адской печке, к обычной печке, перегонному кубу и тому подобное. И также мы можем сделать с красными факелами. Точно так же все это заменяется, можем поставить сколько хотим. Но здесь уже будут получаться не магические меха, а бур, по-моему. Да, то есть целая куча буров получается. Вот такой вот, вот офигенный дюб. Также вы этот бур, не знаю, можете там запихнуть куда-нибудь. Например, в перегонную печь. И все это на эссенции пустить. То есть всего лишь что палочка и красная пыль, у вас получается бур. И вы можете понаделать целую кучу таких буров, потом понаделать вручную уже основы для бура и ставить эти буры в шахтах и копать сколько влезет. И также делать вот эти вот магические меха. Возможно, есть еще какие-то дюпы вместе с этим набалдашником, о которых я не знаю. Об этом дюпе я, кстати, тоже не знал, мне рассказал один из подписчиков. И, в общем-таки, на этом я буду с вами прощаться. У меня есть еще один заготовленный дюб, который я вам покажу совсем скоро. С вами был Камикадзе, всем спасибо за просмотр. Если вам понравился дюб и у вас он получился, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока-пока.